Вместо лыж – велосипеды и роликовые коньки. На городской лыжной базе перед летним сезоном поменяли ассортимент инвентаря, который дают в прокат жителям Челябинска. Всего на выбор челябинцам предлагают более 30 велосипедов. В большинстве производства фирм Forward и Stealth. Есть и несколько моделей для самых маленьких горожан, которые еще не освоили мастерство вождения двухколесного коня. Они оснащены парой дополнительных мини-колес. В преддверии сезона все велосипеды проверили на исправность, помыли и подготовили. Ассортимент роликов также превышает 30 единиц любых размеров. К велосипедам, к роликовым конькам у нас выдается бесплатно также комплект защиты, это по желанию. Комплекты есть детские, есть взрослые. То есть вот взрослый комплект, налокотники, наколенники можно сделать. Так, есть вот детские, точно такие же. Так прокат велосипеда обойдется челябинцам всего в 160 рублей за первый час и 100 за все последующие. Роликовых коньков 110 рублей и по 50 рублей за дополнительные часы. Как утверждают в прокате, цены ближайших конкурентов выше как минимум в полтора раза. После того, как Лесопарку 2 лыжную базу передали на баланс МБУ «Спортивный город», и прежде чем как мы запустили летний прокат, мы промониторили все цены наших так называемых конкурентов по городу и установили самый приемлемый прайс для всех людей, чтобы было свободно, могли прийти и покататься. И уже второй год подряд, второй сезон, цены мы не повышаем. Прокат работает на Лесопарковой. Студентам и пенсионерам обещают скидки.